Художественная гимнастика, спортивные танцы, аэробика – одни из самых изящных видов спорта, отмечают в городской администрации. Именно администрация города в лице Комитета по молодежной и социальной политике является бессменным организатором мероприятия. В Тамбове действуют федерации художественной гимнастики, спортивной аэробики, танцевального спорта, которые объединяют более 30 тренеров-преподавателей. В городских детско-юношеских спортивных школах занимается порядка 1000 детей и подростков. Второй год подряд свои таланты ребята демонстрировали с помощью современных технологий. Так как выбрать очень сложно подходы, будем так говорить, и возможности у спортивных федераций, тем более, что место расположения, место съемки было совершенно разное, в этом году мы приняли как бы решение не определять лучших, да, а поблагодарить и как бы вручить всем нашу признательность. Лучшие видеовыступления, а также торжественная церемония награждения победителей будут транслироваться уже завтра, 8 декабря, в 15 часов в официальной группе «Дома молодежи» в социальной сети ВКонтакте.